У вечности есть главный принцип – отсутствие границ. Но вот есть я, себя осознаю я, я есть, сейчас, я есть. И если я есть я, и в вечности отсутствуют границы, то значит быть другого я не может, ведь два уже наличия границ, но нет границ. И значит я одно, давно, всегда, я бесконечное, многообразное всегда. И мир, реальность есть, иллюзия моя. Все уровни надуманы для сложности пути, когда пройдешь все, понимаешь, что можно было не идти. И логика проста, если приемлешь пустоту. Я есть, я мысль, границ не существует. В исходное осознавание себя, без тела, без материи, я просто я есть, и это отправная точка. Я мысль, и мысль моя реальность, иллюзия мой мир, и я его единственный проектор. И все, что думаю на протяжении вечности, молниеносно происходит. Нет ни соавтора, ни судей, ни зрителей, ни прочего всего. Есть только то, что я подумал. И это главный принцип, который надо осознать. Все остальное – сон. Тебя, меня, единственного навсегда. И в этом беспредельная возможность быть кем и чем угодно, имея столько сложных форм, насколько ты готов. Святая простота есть пустота. И я и есть она. Пойми уже.